Дорогие друзья, всем привет! Это Scrumble, рубрика, в которой я рассказываю, как я и мои друзья, а в данном случае Серега Рябко, легендарный российский спидкубер, собираем кубик Рубика. Scrumble сегодняшней недели выглядит так. Мы, как всегда, его придумали без помощи каких-либо современных технологий, просто то, что в башку пришло, то и написали. Но кубики, как вы видите, еще не перемешаны. Только один из них перемешан. Как вы думаете, для чего? Серега не только быстро собирает кубик, еще и быстро его скрамблит. И вот я бы хотел попросить вот тебя сейчас показать, как ты это делаешь, насколько быстро это вообще реально сделать. Сейчас посмотрим. Давай. У тебя есть какое-то среднее время по скрамблингу? Ну, это стандарт, сколько тут ходов? Да я не знаю, я не читал. Ну, в общем, стандарт я скрамлю секунд за 7. Офигеть! Я не знаю, сколько тут ходов. Я рандомно так быстро не скрамлю. Ничего себе! Сошлось, смотрите! Вот это да. Вот это я в шоке. 5.25. Серега, ты можешь всегда со мной везде ездить и скрамблить куб? Давай еще два. Сразу. Ну, уже можно, конечно, без времени. А, ну ладно. Ну, как хочешь. Да. Так. Отлично. Ты своим будешь собирать? Ну да, наверное. Ну вот я тогда танглонгом, если ты моим. Не возражаешь. Итак. Четвертый раз. Сегодня я обязан просто собирать боковой хват, потому что Серега это человек, который, по-моему, номер один в мире. Среди всех, кто собирает кубик вот таким необычным способом. Итак, поехали. Ой-ой-ой. Да, сейчас Серега угорает с моего лука хеда, скорее всего. С моего двойного перехвата перед PLL-ом. 19.57. Это мой результат. Ну, у тебя, я думаю, будет примерно в два раза лучше, да? Ну, посмотрим сейчас, финал впереди. Я даже не буду объяснять, как я это делал, потому что все и так, мне кажется... Заряди его. Да, а, вот. Сегодня оператор этого видео, Леха Алексеев, придумал новую фишку. Всех участников этой рубрики заряжать энергетической энергией энергосбыта. Ты когда-нибудь что-нибудь про это слышал? Нет. О, прикольно. Просто, мне кажется, знаешь, как приятно разговаривать иногда с людьми по скайпу. Вот тебе звонит какой-нибудь школьник лет 10, говорит, хочешь, я тебе покажу свою коллекцию? Конечно, с удовольствием. Показывает все свои кубики, говорит, а еще у меня есть энергетическая энергия энергосбыта. Во всех моих видео я это позиционирую именно так. Я делаю вот так, заряжаюсь этой энергией, и от этого результат становится лучше. Тебя подзарядить? Мне кажется, у тебя сейчас прическа сейчас током ударит. Ну, блин, меня самого бьет. Ну ладно, все, шутки в сторону. Серега Рябко, сборка боковым хватом. Ой. Руксом? Не, тут боковой хват всем интересен. Тут мы собираем боковым. Так, ну попробуем. 12. Хитрый лис. Я понял всю серьезность ваших намерений. У нас все правила ЦА. Да? Проверить принос справа, класс. Офигеть. Плюс 2. Так сколько результата? Да, 10.82. Ну, почти на 10 секунд. Почти в два раза лучше, чем я. Ну что, теперь супер Рубиксом, который ты наверняка еще застал, когда только учился собирать кубик Рубика. Рассказывай, что тут наделал. Рассказывай про все свои вот эти бесконечные просто дэшки. Просто бесконечные, которые я постоянно смотрю и любуюсь, не могу глаз оторвать. Как он вот эти движения всякие делает, непонятные никому. Ну вот смотрите, вот этот противоположный, вот этот противоположный, они встают легко. Да, то есть у 2 и в 2. А вот эти два встают плохо. Потому что если сделать L-штрих и поставить их, ну, вот эти два, чтобы один другой собрал, они встанут неправильно. Это боли, за которые я сидел и тут и страдал.
Поэтому... Целых 12 секунд страдаю. Нет, это на проинспекции. Ну, я понял. Да. Поэтому, что я сделал? Я поставил красный, а потом поставил зеленый к противоположному. И таким образом у меня, я надеюсь, что я это сделал, я уже могу сейчас пойти по-другому. Поэтому у меня это противоположный, это противоположный, это противоположный. Ну, дальше раз, 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 сюда. Мне кажется, я уже пошел не так, как я собирал, но... Это уже не суть. Бог с ним. Вот, значит, у нас пара здесь. Все легко. И я увидел, что здесь у нас нужное ребро к этому оранжевому. Соответственно, сразу сюда уходим, и вот оно двойной здесь. Перехват, обратите внимание. Да, двойной да, перехват, двойной боковым хватом. Двойной перехват. Но просто, когда уже знаешь, зачем ты его делаешь, пойдет. Пара здесь, и сразу ее вниз. Переходим сюда. Вот я вообще не успел вот. Заметить, как она там вниз ушла. Вот, сейчас будет дэшка офигенная. Вот давай, давай, только вот медленно это собираем. Покажи. Значит, что бы мы сделали? Мы вот так просто собираем, да? И вот, сейчас будем объединять, да? Угу. И сразу кладем вниз. Опа! И вниз. Ничего себе. Уходим сюда, и у нас стандарт здесь. Здесь стандартная, да. И вот, вот, смотрите, завершение пары. Оп, оп, оп. Угу. И я сразу наверху. Дальше мы делаем ойло. Китушоп? Да, или да. Что сделал-то? Сейчас. Это? Еще один петушок. Я петуха забыл. Класс. Сюда? Ну, это перед финалом. А, потому что вот так. Перед финалом. Ну и, соответственно, треугольник ребер, он делается двумя способами. Можешь делать через М, можешь делать через R. И это зависит от того, как рука встала. Если бы рука встала вот так, я бы погнал через R. Если руки стоят в стандартном положении, сразу делается через M. Ты М-ку очень интересно делаешь. Покажи, как ты М делаешь. Вот так. Вот это интересно. Это тоже так раньше. С захватом, да? Да. А двойной захват тоже делаешь? В смысле? Ну, сразу на два слоя руку забрасываешь. Ну, нет? Вот на два. А, вот так. Все, отлично. Не, ну я его так тоже делал. Крест сторон я делал вот так. Угу. То есть в треугольниках так, а крест сторон. Ничего себе. Отлично. Ну, это одна из самых вообще крутых, наверное, сборок с объяснениями была. С тем, что ты еще показал всю красоту бокового хвата вот с этой парой через D, трехходовочка загнанная. Это было вообще супер, на самом деле. Вот. Ну и, естественно, не могу не задать тебе несколько вопросов про твою спидкуберскую карьеру, про твою судьбу. Ну, самый, наверное, интересный вопрос, который интересует всех. Посмотри, сколько народу-то собралось. Лех, покажи, сколько народу собралось вокруг Сергея Рябко. Почему боковой хват? Как ты на него вышел? Значит, я приехал на соревнования в Питере в 2009 году. Я тогда собирал где-то полгода. Собирал за 22 секунды верхним хватом. На своих первых соревнованиях я собирал верхним хватом. Я там особо никого не знал и сидел, приунывал один за столом, пока там все тусили. И я сижу один, скучаю, и тут подсаживается Леонид Тимонин. Если знаем вам такого. Знакомо это имя такой. Когда-нибудь слышал о боковом хвате? Естественно, не слышал о боковом хвате. И вот он мне сказал, что вот есть боковой хват. Там. Который он сам придумал, если я не ошибаюсь. Я не думаю, что он придумал его сам, но он был главным идеологом и очень много для развития бокового хвата сделал. Ну и, соответственно, для становления меня в том статусе, как у меня есть, тоже. То есть я перешел на боковой хват, он кучу всего мне показал. Он всегда скромничал. Я, ну, там приходит, ой, я там фишку нашел, сейчас покажу там все. Я говорю, где взял? Я тоже хочу находить фишки. Он говорит, я увидел на видео у какого-то японца всегда. Вот, но что-то я никаких японцев, которые собирают боковым хватом, не знаю. Никогда не видел. И видео их никогда не видел. Мне кажется, что он придумал их сам и скромничал. Вот, ну вот, с тех пор я собираю боковым хватом, у меня стало получаться, и... Вот, и пошло. Я не видел никаких причин отказываться. Согласен. Да. При результатах, какие ты показывал, при регулярных победах на всех российских соревнованиях, до появления Добрякова. Да, до появления Добрякова. А сейчас уже не так очевидно, эквивалентен ли боковой хват верхнему или нет. Согласен. Ну, сейчас, наверное... Финал будет. Ой, я недавно разговаривал с Матсом Фальком по этому поводу. Он сказал, что это вообще никто не использует. Это чисто вот русская такая фишка. Да. То есть, только в России говорят о каком-то споре между бокохватчиками и верхохватчиками, что в Европе вообще об этом даже диалогов никаких нет. И
все-таки твое появление на чемпионате Европы триумфальное в 2010 году, как ты думаешь, почему оно не повлияло на развитие именно бокового хвата? Я не знаю, причем я хочу отметить, что предыдущий чемпион Европы до меня 2008 года, Томаш Залновский, он тоже собирает боковым хватом. Угу. И просто, чтобы вы понимали, верхохваты не выигрывали чемпионат Европы с 2008 года. Не с 2008, с 2006. Лау, он же этот. Лау Рукс. Рукс, да, да, точно. И мы боковой хват три раза, поэтому... Ну, вы поняли, да? Мне кажется, если честно, что-то мне подсказывает, что в этом году эта традиция нарушится. Мне кажется, в этом году никого и не будет. Лау слился. Я не еду. И мне кажется, там в принципе не будет уже таких... Только верхохватчики. Нестандартов, да. Понятно. Но, тем не менее, 8 лет. 8 лет, да, боковой хват доминировал. Да. Ну, как сказать, доминировал? Все те 3%, которые собирают боковым хватом, доминировали над теми 97, кто собирает верх. Да, а бокохватчиков очень мало. На самом деле, я почему стал собирать боковым хватом? Потому что приехал на свои первые соревнования и увидел тебя, Полешова и Данила Ли. Вот она, тройка, которая сразу показала мне, к чему я должен стремиться. Собственно, поэтому так и получилось. Ну, да. В общем, я уже вижу, что тебе, наверное, на финал пора. Да. Вот еще если пара минут есть, я буду очень благодарен. Ну, смотри, еще вопрос такой к тебе. Чемпионат Европы 2010 года. Какие эмоции? Эмоции, на самом деле, очень странные и смешанные, потому что я приезжал, кстати, ни на что не рассчитывал, в принципе. И пройти в финал – это был уже большой успех. И вот это ощущение, когда ты приезжаешь на чемпионат, там фоткаешь со всеми, берешь автограф, там все. Потом а потом просто. И я до сих пор считаю, что это было, ну, не то, ну, больше случайность, чем. Потому что я никогда не был лучше. Ни в 10-м, ни в 12-м, чем те, кто там были. Да? Просто в какой-то момент они посливались, а я нет. Будем говорить вещи прямо. Ну, факт остается фактом. Ты единственный двукратный чемпион Европы. Как это было? Ну, да, так получилось. Потому что я считаю, что это невозможно сделать один раз. Просто. Соответственно, вот такие эмоции. Это был большой прорыв для нашего сообщества. Там целая команда была, все порадовались. Отбрасывали тебя, я помню. Да. Я видел видео, тогда я еще сам на соревнованиях не участвовал. Да. Ну, в 2012 году какие эмоции? Другие? В 2012 я вообще что-то... Очень странно. Ну, конечно, не такие, как в 10-м, но все равно... Но я там был, я помню, когда ты шел 6-м, по-моему. В 10-м я тоже шел 6-м. Тоже 6-м шел? Да. И когда ты просто собираешь 8-8-8-8-8, и я просто понимаю, что сейчас выходит еще 5 человек, да, которые либо делают это, либо не делают. Выходит первая пара, 9-9-9-9-9. Выходит вторая пара, 9-9-9-9-9. Да, потом Мац выше, у него там вообще... Да, у него просто секунд, взрывается, да, куб. Потом Плескович выходит и сливает все, что можно. Да. И тут в этот момент все уже понимают, что ты первый снова. Блин, да, для меня, у меня мурашки тогда по коже шли, потому что это... Очень получилось забавно, да. Это, никто по не меньшей ожидал. Мере, это сенсация, конечно. Да, да. Вот. А теперь немножко все по-другому. Теперь появился в российском спидкубинге новый лидер, который только что поставил национальный рекорд. Рекорд, да. И тебе с ним бороться в финале. Ты сейчас рассказывал интересную историю о психологическом давлении в финале. Мне очень понравилось. Расскажи еще раз, пожалуйста, зрителям. Ну, знаешь, психологическое давление такое, что... Прям вот именно так, как ты там рассказывал, вот с этими «оп», а он вот именно так рассказывает. Когда собирают парами, соответственно, как бы что ни скрывали, второй все, ну, они всегда друг про друга знают. Соответственно, тот, кто собирает вторым, ну, в очереди, он всегда априори знает, сколько предыдущего собрал. Тот, кто собирает первым. Соответственно, правит баллом тот, кто начинает. Второе место. Ну и все. Если ты начинаешь со второго места, выходишь, тащишь, то он, соответственно, сразу «надо тащить, надо тащить». А когда ты думаешь, что надо тащить, то обычно не тащится. Он сливается. А второй смотрит, он слился и начинает тащить еще больше. И все, и таким образом сливают первое место. Это очень наглядно можно посмотреть в финале чемпионата мира 2011 года. Когда... И больше нигде. Когда слили Феликса. Я это смотрел. Очень было обидно за него, если честно. Потому что первые три раунда просто там без вариантов. Но он достоин был, однозначно. Без вариантов, да. Он должен был выигрывать. Такой слив. Ну, прям видно, как, вот прям рукотряс такой, что там амплитуда вот такая, и все равно собирается какие-то там 9-10, 9-20. Когда он за 12 собрал? Да. В общем, потрясающий был финал. Слушай, ты в своей речи достаточно часто используешь два слова «сливать» и «тащить». Как ты думаешь, откуда берется этот сленг?
стейкхолдерским? Ну, сливать как-то более очевидно. Тут все более-менее понятно. Тащить не знаю, не я придумал. А сливать ты придумал? Сливать тоже не я придумал, но это понятно. Это больше к тому, кто придумал. Вообще-то, на самом деле, куча нашего сленга, например, этимология слова пиф-паф. Интересно. Да, я все время, когда говорю, типа, вот это называется пиф-паф. Все-таки что? Да? Как это называется? Я не знаю, это не я придумал. Угу. Это было придумано до меня, ребята, извините. Но я не знаю. Вот пиф-паф. Не знаешь этимологию, да? Да, пиф-паф, экстрим. Это вот все было придумано еще вот в те вот в 2008 году, когда они там втроем сидели, Ростовикова с Тимониным. Так что вот. Очень много слайдов. Не уверен я, что зрители моего канала знают, кто такие Ростовиковы, кто такой Тимонин. Этим людям я передаю огромный привет и Леониду, и Антону, и Михаилу Ростовиковым. Махай. Друзья, если вам интересна история российского спидкубинга, обратитесь, пожалуйста, к соревнованиям 2009 года, которые проходили в России. Потому что вот то, что рассказал сейчас Серега, для меня это бесценно с точки зрения того, что для меня это некая ностальгия по тому сообществу, которое было. А с другой стороны, это история, это истоки, это этимология, правильность понимания и толкования всех вот этих слов, которые мы сейчас используем в своей речи, иногда даже не понимая, что мы говорим. Да. Вот. И спасибо, Серега, тебе за то, что ты обратил мое внимание и внимание зрителей моего канала на все это. Спасибо тебе за то, что ты вот так открыто можешь говорить, спокойно, с улыбкой, очень уверенно. Это очень радует. Быть вот таким фотогеничным в любой абсолютно ситуации и продолжать радовать нас вот после года твоего отсутствия, да, продолжать все-таки радовать нас своим появлением на соревнованиях, еще и что-то новое учить. Рукс, друзья! Рукс, да! Рукс, это... Приходите на Рукс! А раньше ты говорил, я помню даже момент такой был, да, как-то ты сборку за 8 сделал. Камера. В 2012-м уже все совсем камера? Ну, моргает уже. Уже моргает? Нормально, да. В 2012-м тебя снимал Кирилл, не помню фамилию. Звонили, да. Расскажи секрет своего успеха. Боковой хват, мультиколор, трейнинг. Теперь это будет Рукс. Да. Ясно. Ну, я тебе желаю успехов в Руксе. Может быть, ты вернешь свое чемпионство. Спасибо. Удачи в канал, да? Вам удачи. Да. Еще как. Серега, огромное спасибо. Удачи. Удачи в финале. Спасибо. Я тоже самое сказал. Ну, все правильно, ему она точно пригодится. Ладно, всем.